День открытых дверей – это яркое путешествие в мир актуальных профессий. Главная новость Кубанского юридического колледжа – это получение финансирования из краевого бюджета и открытие новых специальностей – программирование в компьютерных системах и информационная безопасность автоматизированных систем. На весь период учебы студенты получают отсрочку от службы в армии, а по окончанию государственный – диплом юриста. Сейчас в колледже обучаются более 400 студентов. Многие преподаватели имеют ученую степень, высшую категорию и награды. Кубанский юридический колледж позаботился о получении его выпускниками высшего образования, заключил договоры с лучшими университетами. Уточнить подробности можно в самом колледже по адресу улица Горького, 87, корпус 5, телефон 257-57-11.